Привет, друзья! Мы снова с вами на нашем YouTube-канале. Это печальная новость, мы не хотели сообщать, но вскоре об этом узнает вся страна. Печальная новость сегодня появилась рано утром в интернете о нашем любимом российском артисте Тимуре Батрутдинове. Многие знают этого актера не понаслышке. Многие следят за его жизнью в социальных сетях и ходят на его шоу. Нам сообщили о том, что сегодня Тимур Батрутдинов находился у себя на дачном участке в Подмосковье. На его даче случился пожар, в результате чего Тимур Батрутдинов немного пострадал. Сейчас он находится в больнице с ожогами на руках и на ногах. Он их получил, когда пытался затушить свой дом. Хорошо, что помогли соседи, которые вовремя заметили этот пожар. Наряд пожарной охраны очень быстро потушил пожар, а самому Тимуру Батрутдинову потребовалась медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице, и ему уже ничего не угрожает, а мы продолжаем следить за развитием событий. Уже завтра утром мы постараемся взять интервью у Тимура Батрутдинова и выложим его на нашем канале. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за нашими новостями, ведь только так вы будете видеть наши свежие выпуски, которые выходят у нас каждое утро на нашем YouTube-канале. Никто с вами не прощаемся. Мы лишь говорим вам до скорой встреч. Будьте всегда с нами.